Поскольку сейчас весна, весеннее настроение, я не буду вас перегружать особенно никакими концептуальными, умозрительными размышлениями, концепциями. Просто прогуляемся и посмотрим своими глазами на этот город, на Китай внутри Италии. Это уже, собственно, здесь, прямо здесь начинается Китайский квартал. Вы видите огромное количество надписей на китайском языке. Нужно сказать, что этот район вырос достаточно очень быстро по сравнению с другими районами, скажем так, и вообще барами, там, латиноамериканскими, да. Здесь просто огромное количество всяких шопов, баров, ресторанов, даже караоке-бары есть, которые буквально выросли на глазах, как грибы. Ну, например, вот это кафе, одно из моих любимых, Bubble Tea, всем известен Bubble Tea, молочный чай с молоком и с такими небольшими, как бы желатиновыми этими штучками, или там в форме кирпичиков, или в форме чего-то еще. Вот, можете зайти здесь. Чао, чао. How are you? Tutto bene, tutto bene. Tu? Ok? Un po' faccio video report qua. Faccio reportage qua. Interview. Ci vediamo dopo. Чао. Ну, в общем, короче говоря, вот такой квартальчик. Смотрим здесь. Что написано? Это одна знакомая, которая работает там. Смотрим здесь огромное количество вот этих китайских надписей. Здесь, кстати, вот тоже магазинчик такой. В общем, здесь можно приобрести всякую еду. Также традиционную, типичную для азиатских стран. Вот. Ну и так далее. Вообще нужно отметить, друзья мои, я хотел вам сказать об одном, о том, что китайский квартал, он в принципе один из самых интересных и, в общем-то, даже безопасных районов города. Вот, поэтому, в принципе, в отличие от каких-нибудь там латиноамериканских или других районов, Chinatown very safe. что написано, но, наверное, что-то прикольно. Думаю так. Конечно, не хочется смущать людей камерой. Люди все-таки смущаются, когда на них наставляют камеру. Там, кстати, классный ресторанчик. Но мне действительно очень давно уже хотелось просто походить, поснимать какие-то вещи, которые просто мне интересны. Вот. Просто обычную жизнь людей, скажем так, в китайском квартале, которые живут свою жизнь и просто учатся, или просто работают, или просто куда-то идут. Вот так выглядят некоторые итальянцы. Я не понимаю, честно говоря, такой городской моды. То есть чувак в кедах с бородой. Конечно, каждому свое, но, не знаю, какая-то просто, на мой взгляд, не мой стиль просто. Можно сказать, даже уродство, короче говоря. Вот, и, естественно, они пялятся на любого иностранца. Да. Вот. В отличие, кстати, вот от итальянцев, которые пялятся просто по любому поводу на любого иностранца, китайцам вообще просто все равно. Им абсолютно просто насрать на вас, понимаете? Вот это даже, с одной стороны, радует. Они не пялятся на вас, так как пялятся итальянцы. Не задают тупых, глупых вопросов. В общем, никак не реагируют, будто вы там во что одеты, там, ведите себя как хотите, вообще всем просто абсолютно наплевать. В отличие от итальянцев, повторяю, которым до всего всегда есть дело. Так, трамвайчик пропустим. В процессе мы можем передвигаться, да? Так, в общем, обычная жизнь, скажем так, обычного района. Кстати, вот этот магазинчик очень классный, тоже рекомендую его. У меня там много было чего, покупок всяких. Orient store здесь. Короче, я тут прошел 100 метров и понял, что я ничего не снял, то, что я хотел снять. Вот, сейчас возвращаюсь назад и расскажу, объясню еще разочек, что... Смотри. Короче, вот эти салоны здесь. Огромное количество интересных салончиков здесь, и салончики там. И вот еще я хотел показать очень интересный салон, вернее бар, который мне как-то показал один мой знакомый, где-то находится вот в той части. Вот. Хотя он прожил здесь достаточно долгое количество времени, огромное количество времени, но он абсолютно ничего не знает о Chinatown, хотя он именно прожил в Chinatown как таковой. Вот, можете видеть, что огромное количество надписей здесь на китайском. Здесь даже был его садик, в котором он владел ребенка. Ну, короче, потом с ним случилась неприятнейшая история. Жена его, итальянка, отсудила у него ребенка. И, короче, фигня с ним произошла. Вот, хотя он был достаточно интересной личностью, и мы здесь, собственно, и познакомились как-то один раз в Chinatown поздно ночью с моим одним другом. Вот. Но потом получилось так, что он работает, кстати, в Just Cavalli Club, там, диджеем, зазывалой, всем, короче, чем возможно. И получилось так, что, ну, как-то мы стали меньше, реже видеться. Вот. Но не суть. Суть в том, что вот еще я хотел показать вам одно интересное местечко, оно достаточно, можно сказать, даже злачное. Такое место здесь, короче, массажные салоны. Но прикольные, кстати, парикмахерские. Массажные салоны для определенного рода массажей, для определенного рода услуг. Вот. Ну, как-то так, в общем, получается. Сейчас, конечно, проблема в том, что не очень много людей, вот, и еще как бы день, вот, поэтому не очень много людей увидишь, но я думаю, что я прогуляю сейчас в одну сторону, потом пойду в другую, вот, и что-нибудь интересненькое найду для вас и для себя, поснимаю что-нибудь. Но проблема в том, что здесь, короче, получается так, что пешеходная зона, да, но... огромное количество транспорта. Честно говоря, эти машины меня очень сильно раздражают, просто жуть как. Вот, конечно, вы слышите везде абсолютно именно китайскую речь. Вот. И можете видеть огромное количество представителей этой культуры. Естественно, все рекламы, вывески, все такое. Тоже на китайском языке, как ни странно. Но это, честно говоря, для меня лично радует глаз. Потому что, когда мне тошнит просто Италия уже, я уже просто не хочу видеть, слышать. Я устаю сильно, честно говоря, от Италии. От их дурацкого любопытства, от их тупого какого-то менталитета. Вот смотрите, China Power, даже тут электрика. Надо будет все это застолбить потом на правах рекламы, чтобы, в общем, все это как получалось. Понимаете, девушка то что-то там снимает, короче. Вот. Ну, в общем, здесь, честно говоря, нужно просто снимать с 360, наверное, градусов видео. И... чтобы просто попадать, чтобы все то, что вас окружает, оно попадало в реальный кадр. Вот так. Да, сейчас мы подходим к интересному местечку. Это интересное местечко Oriental Shop. То есть супермаркет, которого еще пару лет назад, ну, 3 года назад точно не было. Когда я здесь был первый раз, 10 лет назад, здесь было так грязно. Здесь вот еще есть Demon Club. Такое вот интересное тоже место типа караоке. Ну, где можно всяких там поснимать блядей, короче, всего такого прочего, короче. Ну, такое тоже бывает. Девушек с низким уровнем социальной ответственности, скажем так. Так. Ну, в общем, типа того. Хотел себя снять просто на этом фоне красивом, потому что на самом-то деле не так у меня много здесь фоток или видео. Вот. В общем и целом, друзья мои, если вы видели какие-то мои старые, там какие-то есть у меня видео, где-то я что-то снимал, там, кстати, заморачивался очень сильно, потому что даже брал с собой штатив, чтобы поснимать какие-то декорации, очень классные, высококачественные профессиональные видео. Но теперь просто гуляю вот без штатива, с камерой наперевес, чтобы поснимать что-нибудь интересненькое, половить какие-нибудь клипы и все такое прочее. Вот. Интервью, наверное, не получится ни у кого взять, потому что они чаще всего очень замкнутые и не идут на контакт, тем более многие из них вообще не говорят ни по-английски, ни по-итальянски, никак вообще. Вот видите, смотрите, даже вот, например, парукере и надпись на китайском языке. Так вот, этот квартальчик, он вырос по рассказам старожилов, что я хотел сказать, собственно. Он вырос по рассказам старожилов где-то за лет 20 25 просто. Из одного-два магазинчика он превратился просто в огромный квартал. Китайской продукции, китайской промышленности, скажем так. И я, наш покорный слуга, честно говоря, частенько... Ну, я сразу его, в общем-то, нашел в самые первые дни приезда, скажем так, здесь. Вот. И просто пошел прогуляться, посмотреть, как здесь и чего. Вот. Можно изучать китайский язык здесь свободно, чин-чин-бар там. Вот. В общем, огромное количество. Вот здесь International Store. Но весь International Store это заключается именно только в китайской продукции. Малыш симпатичный. Да. В общем. Ну, я думаю, короче, вам понравится, в общем-то, этот мой репортаж. Он достаточно официальный. Я постараюсь, может быть, как-нибудь снять еще неофициальный репортаж и заглянуть во всякие именно злачные такие места китайского квартала и Милана. Но это, конечно, чревато и стоит. Поэтому все, кто хочет, допустим, мне как-то помочь денежкой, копеечкой, чем угодно, пожалуйста, я буду не против и с удовольствием приму ваши какие-либо пожертвования. Здесь вот тоже массаж, маникюр, все такое прочее. Вот. Так. Сегодня я еще хочу пойти, на самом деле, в интересный такой район, где находятся новостройки. Вернее, не то чтобы даже новостройки, это слово такое не совсем правильно. Где находятся высотки, новый модерновый Милан, такой, знаете, там очень красиво, на Корсикому там и так далее. Я могу вам показать оттуда тоже все что-нибудь. А наша, собственно, экскурсия по Chinatown подходит к концу. Спасибо, что посмотрели. Я вот немножко сейчас еще здесь наеду, покажу. Подписывайтесь на канал, если вам интересно. Подписочка с вас. Ставьте лайки, добавляйте ролик к себе. Ну и заходите в китайский квартал, наверное. В общем... Как-то вот так. В следующих наших выпусках вы увидите путешествие по экзотическим местам, это Опаншан, гопники в Италии и интервью с уличным музыкантом Липом и история проституции и ее жрицы, девушки с низкой социальной ответственностью на улицах Милана. Не пропустите, подписывайтесь прямо сейчас и жми на колокольчик, чтобы знать все онлайн. Все желания специально для тебя. Увидимся скоро. Пока-пока. Чао-чао.